В этом году в Татарстане опрессовка труб может пройти без отключения горячей воды. Об этом накануне заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Фарид Ханифов в ходе прямого эфира программы «Татарстан онлайн» в соцсетях. Такое решение, как объяснил министр, было принято в связи с режимом самоизоляции. Большое количество жителей республики находится дома, в том числе и дети. Мы провели технический совет и обратились к предприятиям коммунального уже комплекса для того, чтобы горячая вода в этом году не останавливалась пока, приостановки не было, даже во время производства ремонта, опрессовки, с тем, чтобы люди, находящиеся дома, с детьми и так далее, могли пользоваться горячей водой. Отключение отопления в этом году также будет жестко регламентировано. По нормам для этого температура выше 8 градусов должна продержаться в течение хотя бы 5 дней. Поэтому в ближайшие дни отключать тепло не планируется.